Борис Михайлович, не уходите далеко. Отдышитесь, задумайтесь. Почему я говорю слово «задумайтесь»? Потому что сейчас на этой сцене появится артистка, которую я люблю всем сердцем, абсолютно искренне. Кто? Кто? Сейчас все узнаете. Это необычная женщина. Это женщина большого сердца. Это женщина, которая, как бы страшно я ни скажу, много лет сводит с ума практически всех мужчин нашей страны. Дамы и господа, фантастическая Ирина Аллегрова. Браво! Ты знаешь, я тебя очень люблю. Тебя любят миллионы людей, и тебя любят практически все твои коллеги. Я могу взять на себя смело и сказать, что я тебя очень люблю и ценю. Дело в том, что... Ты знаешь, ты сказала не важную речь. Ты любишь меня. Я люблю тебя. Честно. Я тебя поздравляю от всей души. Ой, Мирочка. Может, унести, если надо. Я очень ценю, Боренька, то, что ты всегда говорил правду. И в своих песнях, и о себе. И я тебе сегодня делаю подарок. Совершенно новую песню. Сколько мне нужно еще будет времени, чтобы понять, что имеет значение? Я не знаю. Я не знаю. Числа меняются по мановению, десятилетия стали мгновением. Время тает, время тает. Если быть птицей, то только не вороном. Хочешь любви, дели ее поровну. Я это знаю. Сны поутру разбегаются в стороны, рифмы поэтов толпой разворованы. Дни мелькают, дни мелькают. Юга, зима, я тебе. Слишком поздно, я не верю. Вьюга, зима. Не верю. Что бы ни снилось мне в ночь напрощенная, гаснут огни, накануне зажженные. Я это знаю. В памяти мечется воспоминание. В радость мне, что ли, скорей в наказание. Время тает, время тает. То, что когда-то терзало, тревожило душу мою, держало в заложниках, не отпускало. Лишь тенью далекого прошлого, просто одной из минут мною прожитых, а их скопилось уже немало. Юга, зима, я тебе. Кружи за дверью, вьюга, зима.
серьезно, слишком поздно, я не верю. Мне нужно еще будет времени, чтобы понять, что имеет значение. Я не знаю. Я не знаю. Нету, поэтому я его поцеловала. Браво, дамы и господа, я забыл все слова. Ирина Аллегрова! Ирина Александровна, я даже был счастлив, что Бориса Моисеева не было на этой сцене. Ирина Александровна проходила мимо, сказала: Боря, не было, поэтому я тебя поцеловала.